Ух ты! И снова я, Александр Криволов, печенеги. Вот клумба розочек. Сейчас снегу. И здесь есть наше дерево. Буранец слег, морозом ударило, розочки все в снегу. Вот наш дерево. Что ж ты листочки повесил? Наверное, замерз. Наверное, цвести не будет в этом году. Как жаль. Все в снегу. Сердце кровью. Вот такая наша клумбочка цветов в этом году, наверное. В снегу. Ну что, всем пока-пока. Ух ты, и снова я, Александр Криволов, печенеги. Вот, ребята, древовидный пион, который я снимал 20-го. Апреля был в снегу. Сейчас он распускается. Уже цветет. Рядом маленький варенец. Цветочек варенец маленький. Древовидный пион. У нас их, наверное, десяток пионов. Ну, отцветет, зато потом кустик красивый, зеленый до самой зимы. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока.